Я ее всю обнюхал. Ох, какое. Не, компотиком запью, пожалуй. Печень, видишь, тебе досталось кусочек. Там в жизни были такие моменты почаще. Мы в 90-е детьми были. Вот. А я уже вкусил. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня я в гостях у своего кума, у Сергея. Он меня сегодня снимает. Сегодня будем готовить нутрию. Нутрия у нас молоденькая, килограмма 2,5-3. Сейчас мы ей отрежем вот эти потники, которые могут давать запах неприятный, но она молодая, запаха нет. Я ее всю обнюхал, но на всякий случай вот эти вещи мы уберем. Вот так. И вот здесь еще чуть-чуть. Вот такая красивая получилась. Готовить мы будем нутрию на таком вот вертеле. Его собрал, сделал Сергей. В прошлом ролике про барана он вас сильно заинтересовал. И сегодня мы покрутим на нем нутрию и расскажем вам про него поподробнее. На нутрии в каких-то местах есть чуть-чуть волосы, поэтому их нужно опалить. Нажимаем на кнопку, и все, вертел начинает крутиться. Так, подгребаем угли чуть-чуть внутрь, здесь чуть-чуть вот так раскинем. И все, жарим, потом будем смотреть, где будет подгорать, туда, оттуда будем угли убирать, где не будет хватать, туда будем подсыпать. Так, нутрия у нас чуть-чуть согрелась, теперь нужно ее обмазать маслом. Чуть-чуть наливаем и кисточкой разравниваем, чтобы она получилась поджаренной, золотистой. Промажем шею. Так, нутрию мы переставили на другой мангал, потому что на большом мы будем сейчас жарить говядину. Посмотрите, какая нутрия уже красивая. Прошло минут 40. Сейчас мы ей дадим еще пивную корочку. Чуть-чуть на нутрию, чуть-чуть себя за ваше здоровье. Кайф. Так, ну как обещал, пока время есть, поговорим про вертел. Уже я говорил, вертел этот собрал Сергей сам. Сейчас мы будем их продавать, запускать в серию производства. Значит, вертел полностью весь сделан из пищевой 304 нержавейки. Есть одна насадка, это вот этот шампур. Круглый он метровый и 12 миллиметров толщина. Дальше идут вот такие фиксаторы. Можно крепить к любому мангалу, у которого здесь просто вот край. Есть у которого мангал широкий, он вот так становится, не двигается. Крепится все барашками. В комплекте идут две вот такие вилки. Так, значит, теперь про вот этот цилиндр. Здесь расположен двигатель. Двигатель полностью металлический, без пластмассовых шестерней. То есть можно спокойно готовить при любых температурах.
Также здесь установлен аккумулятор, который позволяет беспрерывно крутить где-то 10 часов как минимум, можно даже до 20 часов, но мы еще точно не пробовали, 20 часов ничего не крутили. Дальше здесь идет кнопка включения-выключения и, значит, разъем под зарядку, и также можно от сети его крутить, если вы дома. Также в комплекте идет вот такая вилка, на ней очень классно жарить курицу, баранью ногу, ребра, то есть вот такая тройная она, протыкаешь и жаришь. Ну, эти все ролики мы вам вскоре покажем, будем жарить практически все, что можно на этом вертеле пожарить, на этих обеих насадках. Вот зарядное устройство идет в комплекте, и можно его подсоединить в розетку к вертелу и жарить, то есть просто от сети, не от аккумулятора. Так что скоро такие вертелы будут в продаже, я оставлю номер телефона, по которому можно заказать. Будет, конечно же, предзаказ, потому что еще мы их даже в серию не запускали, а уже очень много заказов. Вещь очень классная, сделана в России, Сергей сам полностью это все делает. Может быть, этот вертел, конечно, дороже, чем китайский, ну и прослужит он намного дольше, потому что Сергей использует только качественные детали, все запчасти. 304-я нержавейка, опять повторюсь, спросите, почему я раскидываюсь такими цифрами, потому что только 304-я нержавейка идет пищевая. 430-я, из которой сделаны все шампуры, которые продаются в России, это не пищевая нержавейка. Проверить это очень легко. Магнит лепите, если он не липнет, значит это пищевая нержавейка. Если липнет, значит не пищевая. Посмотрите, как жарится внутри, а косточки уже вылазят, расходятся. Еще где-то примерно минут 40-час, и она будет готова. Посмотрите, какая красота, какая корочка. Все, нутрия готова. Посмотрите, какая она красивая. Выключаем вертел и несем ее на фольгу. Положим ее на фольгу. Замотаем прямо на вертеле, чтобы она пришла в себя. Чтобы соки из нее не вышли. 10 минут и будем разделать. Ух, горячая какая. Все, разворачиваем внутрь. Уже она отдохнула. Сейчас мы ее вертел разберем и будем разделывать. Так, посмотрим, как приготовилась нутрия. Посмотрите, хвостик отходит. Сейчас я его задегустирую. Бомба. Кайф. Сейчас остальное все разделаем. Выложим в тарелку. Лайфхак. Когда готовите что-то сочное, из чего течет сок, на блюдо нужно постелить тонкий лаваш. Он этот сок весь впитает. Вот такая сочная печень. Внутри все сочное, а снаружи с корочкой. Вы видите, да, как режется? Я давлю для того, чтобы сохранить вот эту корочку, чтобы она не сползла. Оставлю вот такими кусками, чтобы не портить. Ребрышки просто как по маслу.
Вот это деликатес. Печень. Сверху посыпем луком. Накроем лавашом, чтоб лучок запарился. Будем звать гостей. Нас их сегодня немного, мы втроем. Я, Сергей и его дядя. Сейчас мы по-мужски так покушаем, пообедаем. Покажем вам, какая она вкусная. Оставайтесь с нами. Нутрия готова к нашему обеду. Ох, какой аромат, да? Знакомьтесь, это Сергей, дядя Асатур Георгиевич. Очень приятно. Сейчас он нам скажет тост, и мы пообедаем, да, Асатур? Обязательно. Давай, брат. В общем, дорогие мои, бывают в жизни такие приятные моменты и радостные. Приходишь с работы, а тут дорогой племянник с кумом такие вещи делают. Вот хочу выпить, чтобы у каждого в жизни были такие моменты почаще приятные. Ну, приятного аппетита. Поддерживаю. Нутрию 100 лет не ели. О, чача домашняя. Еще домашние напитки вообще вещь. Не, компотиком запью, пожалуй. Ох. Ребрышко, да? О. А я хочу ножку найти. Я когда разделывал, прям вот она. Вот. Та ножка. Печень, видишь, тебе досталось кусочек? Угу. О, пойдет. Блин, вкус, вкус детства. У меня вкус 90-х. Много нутри ел в 90-х. Мы в 90-х детьми были. А я уже вкусил. Ну что? Дорогие друзья, в общем, ставьте лайки, если вам понравился рецепт. Будем готовить на вертелах еще много разных блюд. Сергей молодец, сделал вертелы, сделал мне поле для фантазий, для разных роликов. Будем вас радовать хорошими блюдами. Ну, спасибо, кто пожелал нам там за кадром приятного аппетита. Мы будем продолжать обедать. Сейчас Сержика позовем, он тоже там голодный, вас снимает, вернее нас снимает. Всем пока, оставайтесь с нами, счастливо.